БГ-758 – современный интегрированный VLAN, WiMAX, малошумящий усилитель фирмы Infineon для диапазона частот от 5 до 6 ГГц. Этот прибор имеет превосходный коэффициент шума – всего 1,5 дБ и чрезвычайно малый форм-фактор. Микросхема отличается высокой линейностью, что облегчает разработку надежных приемников, работающих вблизи других источников сигналов большой мощности. Малошумящий усилитель имеет встроенную схему активного смещения и согласованный выход. Благодаря этому значительно сокращаются сроки разработки, упрощается ввод малошумящего усилителя во входной каскад приемника и повышается чувствительность беспроводной системы. Кроме того, в малошумящем усилителе имеется встроенный выключатель, который может легко управляться постоянным напряжением, равным напряжению источника питания. Встроенная защита от электростатического разряда ESD 2 кВ обеспечивает высокий уровень ESD-устойчивости и исключает риск возникновения бросков напряжения, вызванных электростатическим разрядом при использовании приемника. Особенности микросхемы. Высокая линейность. Низкий коэффициент шума. Коэффициент шума составляет всего 1,3 дБ на частоте 5,5 ГГц. Встроенная схема согласования на выходе. Температурно компенсированная внутренняя схема смещения. Встроенный цифровой выключатель. Небольшое количество внешних компонентов. Встроенная ESD-защита. Миниатюрный корпус TSLP-7-8, не содержащий свинца.